Всем привет! Сегодня я решил посмотреть новую игру, которую купил в Стиме летней распродажи с довольно-таки неплохой скидкой, поэтому и взял. Плюс тематика динозавров очень заинтересовала. Многообещающая игра по описанию, хотя отзывы очень смешанные, очень такие неоднозначные. В общем, The Hunter Primal. Давайте посмотрим, что за игра. Я в нее еще не играл, так что сейчас будем изучать. Так, что у нас тут? А, ну да, игра сетевая, так что мы можем создать либо свою игру, либо подключиться уже к созданной игре. То есть максимум игроков можем откорректировать, как видите, плюс-минус. Включить PvP режим либо без него, то есть смогут ли нас другие люди, подключившиеся к нашей игре, убить, либо мы их убить, или это будет запрещено. Ну, также пароль можно установить, хотя сейчас я пароль ставить не буду, в принципе, незачем. Так, давайте посмотрим. Так, давайте сначала в настройки заглянем, посмотрим. Клавиши управления. Так. Кстати говоря, не до конца игра переведена, как видите. То есть само меню вроде переведенное на русский язык, а здесь уже в настройках о переводе даже не слышно было. Так. Ну, в принципе, здесь все по стандарту идет. Так, что-то Escape у нас не работает, чтобы назад меню выйти. Ну ладно. Так, ну давайте начнем игру. Посмотрим, что в итоге она из себя представляет. Внизу появляются, как видите, советы по игре. Ну, это стандартно для нынешних игр. Вот как раз, будьте начеку, другие первопроходцы могут охотиться за вашим снаряжением. Ну, все логично. В общем, стандартный выживастик в сеттинге динозавров. Как я понял из сюжета, из описания, точнее, игры, это на другой планете происходит действие. Угу. Ну вот, мы загрузились. А, забыл упомянуть, игра у меня на максимальных настройках. Так что графика, я вам так скажу, не ахти, хоть и максималка. Так, давайте посмотрим, что у нас есть в инвентаре. Ага, у нас вообще ничего нету, замечательно. Так, тут какой-то кейс лежит, давайте посмотрим, что это за кейс. Так, ох ты, мы можем ползти. Ага, можем пристать. Замечательно. Так, то есть можно будет прятаться, если что. Ну хорошо, давайте посмотрим. Так, так, так. И где же лут, который должен быть, которого я почему-то не вижу. Но мы где-то рядом. Только не говорите мне, что тут пещера где-то должна быть. Ага, вон, вижу какой-то контейнер внизу. О, какие-то растения. Давайте попробуем, может, собрать их можно. Ой, ой-ой-ой-ой. Понятно, это отрава. Отрава нам не нужна. Идем к контейнеру, смотрим, что здесь. Так. Так, так. Ага. Патроны и стрелы. Замечательно. Заберем все. Ух ты, как удобно у нас карта. Ага. Здесь какие-то подсвеченные места. Так, поиск, я же что-то ничего не вижу. Ага. Непонятно, почему нету
Ух ты, видите, внизу там кто-то есть. Внизу кто-то там ходит. Непонятно, почему я не могу бегать. Ладно, присесть, лечь, это здорово все. Просто отлично. Так. Ага. Ага, автобег есть, это замечательно. Постоянно жать не надо. Ох ты. Ой! Нифига себе, кто это у нас тут? Ай-яй-яй, что мне с тобой делать теперь? Я и убежать от тебя не могу, выходит. Не, ну динозавр здесь выглядит, в принципе, красиво, но он как-то, как вам сказать, как какой-то, блин, чурбан картонный. Да, и при том еще и тупой. Ох ты, ох ты, ох ты. Ну давай, давай, беги сюда. Как бы мне на другого ни на кого не напороться. То есть просто отходить в другом направлении от его укусов. И все, и он не укусит. А хотя нет. Хотя нет, успел пухнуть. Ты от меня отстанешь или нет? Крылатый, блин, динозавр. Довольно-таки смешно. Так. Ох ты, это что это у нас получается? Изучение динозавров, да? След какой-то, это нам нафиг не нужно. А, это звук, что ли? Ага, это мы, получается, услышали то ли динозавра, то ли кого. Непонятно, в общем. Так, ну вот, что и ожидалось, нас убили. Так, как тут... Ага. Ага, 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 понятно. Ну давайте продолжим. Ух ты. А теперь мы рядом с посадочным модулем. Интересно, почему его сразу не было? Так, что у нас тут? Мачете и фрагмент карты. Ну, замечательно. Мачете, да? Ну-ка давайте посмотрим. Так, это просто убрать. Так, это... Вот она, мачете. Замечательно. Да, кстати говоря, у нас тут есть своеобразная энергия, как я вижу. Так, что у нас еще здесь есть? Так, карта, давайте посмотрим. О, это там, походу, где я помер. Ну, у меня там только патроны и стрелы. Давайте вернемся туда. Вот так, вернемся. Попробуем туда дойти. Надеюсь, мы по пути никого не встретим. Так, что здесь есть у нас? В принципе, графика сама по себе неплохая. Анимация только не очень. Мне, по крайней мере, не нравится. Вот. То есть эту игру, как мне кажется, еще нужно допиливать и допиливать. Хотя она уже из раннего доступа вышла, как я, насколько понимаю. Так, почему здесь нельзя прыгать? Или я не знаю, какой-то определенной клавиши, что ли? А все-таки красиво выглядит, давайте заскриншотим. Так, тогда надо убрать... Да, тебя тоже убрать надо. Так, а как тебя убрать? Непонятно, как тебя убрать. Ну ладно, тогда так. Красивый вид просто. Так, ну идти нам, судя по всему, по карте еще очень далеко. Место нашей предыдущей смерти. Точнее, до места нашей предыдущей смерти. Пока в радиусе никого не слыхать, не видать, это хорошо.
Я так понимаю, лупа это поиск чего-либо поблизости. То ли звуков, то ли чего. Не знаю, насколько часто надо нажимать. Ну, будем идти нажимать. Что нам еще делать остается? Ну, кстати, остров, в принципе, неплохо выглядит, я вам так скажу. Дальность прорисовки тоже неплохая. Так, что у нас дальше будет? Все-таки непонятно, как тут бегать. Бегать, бегать, бегать. Давайте-ка настройки глянем. Так. Это вниз. Вверх. С, значит, получается. Ну, ладно. Ой. Ага, ну вот, мы наконец-то бежать. Так, эту кнопочку нажал. Мы наконец-то научились бегать. Но у нас тратится энергия, причем офигеть как. Так, смерть наша где-то была рядом. Давайте посмотрим. Уже совсем недалеко. Пока никого не видать. Пока никого не слыхать. Интересно, он до сих пор этот ящер остался на месте, или он уже убежал куда-то? Так, ну и где наш труп? А трупа нашего я что-то не вижу вообще. Ну, где-то поблизости должен быть. Так, так, так. Ящера вроде нету. Так, ну и где наш труп? Судя по всему, я уже должен был дойти. Ага, вот наша ниточка. Ага, ух ты, как интересно. Так, вопрос. След-то мы найти нашли, а где наши вещи? Ну ладно, побежали за ним. Неужели он унес наши вещи все? Так, вот еще след. Так, он где-то, значит, здесь должен быть, да? Ага, вон он. Давайте-ка попробуем спрятаться. Блин. Походу мне это не поможет. Интересно, он нас уже учуял или еще нет? Ох ты, нифига себе, он нас обошел. Ну-ка, сможем ли мы его
завалить. Ну-ка, стой. Гнида, он убежал. Так, ну теперь я примерно понимаю весь смысл происходящего. Уже становится более интересно. Так, оставить текущий след? Нет. Принять. Опа, назад. Оставить текущий след? Нет, да, нам нужен этот след. Так, куда же ты убежал, интересно знать. Ох ты, тут ящичек есть, замечательно. От нас не уйдешь. Так, и что интересно с тобой можно сделать? Так, ну что, первый убитый, но непонятно, зачем убитый. Толку от него по сути ноль. Стрелы мы так с патронами и не вернули. Ладно, давайте попробуем вернуть. Ой, точнее посмотреть, что это за контейнеры. Так, поблизости вроде бы никого не видать. Опа, а это что за вышка там? Интересно. Надо будет туда сходить и проверить, что это такое там. Так, вон он, наш контейнер вдалеке виднеется. Ух ты, нифига там кто ходит. Туда придется аккуратно очень пробираться. Учитывая то, что я с ним вряд ли справиться смогу в данной ситуации. Так, что у нас тут? Патронный контейнер здоровья низкого качества. Ну, тоже неплохо. Так, у нас тут еще есть контейнер поблизости. Давайте до него тоже дойдем и посмотрим, кто это у нас тут. Так. Ага, это вот он как раз походу и ходил здесь. Но его искать проще, он огромный. Главное, чтобы он нас, пока мы контейнер берем, не унюхал. А то от такого убежать будет гораздо сложнее. Так, походу он нас унюхал. Хотя нет. Так, ладно, обойдем его. Нам он нафиг не нужен. Давайте посмотрим, что у нас здесь за вышка. Ох ты, нифига себе, кто там ходит. Это что, тиранозавр, что ли? Ёлы-палы. Ребята, а чё же у вас так много-то там? Ох ты, ох ты, ох ты, он обратно идет. Ёлы-палы. Лети отсюда нафиг. Я даже уже не знаю, стоит ли к этому тиранозавру подходить туда или нет. Сильно он какой-то кажется крутой. Так, здесь где-то контейнер должен быть. Только я его пока не вижу.
Так, 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 наверное, вот здесь где-то в здании. Ух ты, ёперный бабай. Ух ты ж ё. Ух ты, нифига себе. Ага, вот один из контейнеров. Давайте сейчас по-тихому проберемся сюда. Ну, наконец-то, боевой дробовик. Замечательно. У нас хоть какое-то оружие дельное появилось. Так. Так, у нас где-то здесь еще один контейнер, но его пока не видать. Ага, вот он. Замечательно. Так, посмотрим, что у нас здесь. Замечательно. У нас два дробовика, два вида разных патронов. Так, и что у нас там еще? Для револьвера. Угу. И у нас кепка появилась. Ха. Ну да, кепка, конечно, нам просто охрененно нужна. Блин, он где-то рядом. Причем рядом в полном смысле. Так, интересно, на эту вышку можно ли подняться или нет ли? Ага, вон он где. Ну, вали нахрен отсюда. Что-то я сомневаюсь, что с дробовика я смогу его завалить. Что говорится, уходи, уходи отсюда. Интересно, что он делать будет дальше? Ну уходи, уходи. Давайте рассмотрим его получше. Да, рык неплохой, в принципе, у него. Так, ну, сохраниться у нас тут возможности, конечно же, нету. Что он тут застрял, вот я понять не могу. Ладно. Ох ты. Ох ты, ёлы-палы. Так, и что? И все? Ага. То есть мы можем замочить тираннозавра. Замечательно. Глюки этой игры очень хорошие, я смотрю. Жаль, непонятно, сколько ему ХП еще осталось.
будем тупо закликивать его. Что нам еще остается делать? Вот так, вот так. Сейчас мы его, наверное, минут через 10 дозавалим. Вот такая вот игра. По подбородку, по хлебалу, что говорится, надаем тиранозавру. Ну, запотаемся, конечно, естественно. Ох ты, ни хрена себе, мы его завалили. Вы можете себе представить, мы завалили тиранозавра. Просто и тупо, просто взяли и завалили. Вот, тиранозавр. Что нам его искать? Вот он, трупак он у нас. Только смысл их валить вообще я не понимаю пока что. Так, ладно, мы походу немного осмелели. Так, что у нас тут есть? Как ее убрать, блин, эту метку? Так, что у нас тут вышка есть? Можно ли на эту вышку забраться вообще как-либо? Давайте посмотрим. Похоже, на вышку никак не заберешься. Тогда смысл в этой вышке вообще непонятен. Так, что у нас еще здесь есть? Грибочек? Грибочек у нас есть. Ох ты, у нас там еще один динозавр ходит. А, если честно, я даже не знаю, что тут, куда бежать, что нам тут на самом деле надо делать. Ничего прям такого разумительного здесь не сказано. Так, тут еще один, говорят, что вроде есть. Ну ладно, фиг с ним. Так, давайте поисследуем, посмотрим, что здесь у нас есть в округе. Может, глядишь, и найдется что-нибудь, какой-нибудь новый контейнер, глядишь, или еще что-то подобное. Но пока ничего не видать. Так. Ой, так. Давайте посмотрим. Вниз вот неохота спускаться. Внизу вряд ли нас что-то хорошее ждет. Вот я думаю, может быть, до той реки дойти. Если это река. Вроде река. Да, конечно, анимация здесь и интеллект противника, конечно, оставляет желать лучшего. Ничего прям такого сверхумного и сверх такого сложного тут я не вижу. Единственная хорошая задумка по выслеживанию существ, то есть, ну, по следам. То есть, сканируя следы, можно определить, что это за существо какое-то, тип динозавра. Вот, найти его местонахождение и завалить. Вот и... Ага. Тут, походу, где-то мелкий кричащий этот есть. Но мы его убивать уже умеем. Просто берешь и мачетом долбишь, закликиваешь его, а потом он у тебя убегает. Вот, кстати, еще один показатель умственной отсталости. Опа! Ох ты, нифига себе. Это ты, скотина, подлетел и просто меня куснул, что ли? Так, интересно, это что, это он будет заходы делать на меня, по сути?
Ну давай, 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 давай. Ладно. Не будем на него терять время. Так, что у нас тут? У нас тут пока ничего. Так, так, так. Что у нас тут есть поблизости интересного? Поблизости только река. Надеюсь, там у этой реки что-то есть стоящее, что можно было бы использовать. Так. Так, звуки какие-то были, походу здесь кто-то есть. Поблизости, либо внизу, либо наверху, либо впереди, либо сзади. Летающая-то хрень улетела. Ну ладно, давайте пробежимся, посмотрим, что здесь у нас. Что-то вот полезных растений я так и не нашел, которые могли бы пригодиться. А жаль, это бы очень помогло бы. Допустим, лечение какое-то или еще что-то подобное. Интересно, это мне кажется, или это правда пожар там впереди? Так, разбросанных контейнеров я что-то не вижу вообще поблизости. Так. Ох ты. Что-то есть. Ну-ка. Ага. Вон он где. Не, ну его нафиг, мы туда не пойдем. Нам хватило тиранозавра. Это еще что такое было? Так, а это чей след? Ну это он же и есть, понятно. Впереди причем. А, вон он куда убежал. Далеко убежал. Он, видимо, перешел здесь через реку. Давайте посмотрим, как мы плаваем. Если здесь вообще глубоко. Но походу здесь нифига не глубоко. Блин, птеродактиль. Ты бы оставил свои попытки меня уже завалить. Так, ну. Ох ты. Летает и летает. Да. Мозгов у птеродактиля не особо много. Так, ну, я думаю, на этом пока все. Особо игра меня не впечатлила. Если не сказать еще хуже. Можно сказать, разочаровало, но с учетом скидки в Стиме 75%, можно было, в принципе, ее приобрести за 100 рублей. А, будет какое свободное время, я попробую ее попроходить. Глядишь, может что и получится. Может нащупаю какую-нибудь изюминку в этой игре. Но в данный момент у меня ни графика, ни геймплей, ни... В общем, ничего не возбудило, можно так сказать. Эх, зараза, улетел все-таки. Ну ладно, на этом все. Всем пока. Подписывайтесь на канал Fallout 87. Буду вас ждать.